Медкомиссия Соликамского военкомата в традиционный день начала весеннего призыва 1 апреля не заработала. Не заработала она и на этой неделе. Новую дату мы узнали у военкома. Призывной комиссии мы начнем 6 мая. 6 мая. Отправки войска будут, даты доведены уже дополнительно. Призываем порядка 80 человек. В этом весной будут призваны порядка 80 человек. Также Иван Сазыкин добавил, что ребята, которых призовут, сперва, вне зависимости от самочувствия, проведут в армии 2 недели на карантине. И только потом приступят к полноценной службе. А всего медкомиссию в рамках весеннего призыва предстоит пройти 700 соликамских парней призывного возраста. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».